вспомнили спустя 2 года нашей юрте, и сейчас послушаем отзывы о ней. Может быть, рекламация, а может быть и доброе слово. Нормально. Слышимость. Собаки лают, все. Ну, я к этому привыкла. Вообще, простор, много воздуха. Мне очень летом, когда жарко, это просто прелесть. Днем, конечно, здесь очень жарко бывает, когда солнце яркое, а вечером спать очень комфортно. Комфортно. Очень комфортно. Кислорода много. Тепло, хорошо, нормально. Я очень люблю юрту, мне нравится. Два года же уже прошло. Да, 2 года прошло. Знаете, единственное, вот еще что. Хотелось бы козырек над дверью, потому что если дождь идет, на крыльце вода стоит. Вот это не очень удобно. И, допустим, я если захожу, закрываюсь внутри, я должна обязательно обувь. Послушайте, пожалуйста, вот еще недостаток. Хорошо бы козырек, потому что обувь уже здесь, на крылечке, оставить нельзя. Если льет дождь, все это льет. И приходится иногда вставать и подтирать воду на крыльце, чтобы не размыкало. А так нормально. Хочешь, ты понимаешь, что мы же пошли мозговые штурмы, которое можно бесконечно дорабатывать. Конечно. Можно и вторую юрту поставить. Как опцию. Сделать ну, тамбу. Да. Человек хочет, чтобы сухая обувь была. А как? Ребят, ну вот смотрите, сейчас у нас ПВХ-тент. Это абсолютно другая история. Здесь юбка крепится вот на таких плюшках, и сверху отдельно крепится крыша. Почему мы пришли к этой технологии? Потому что, ну, Оксфорд на самом деле хватало максимум на 2 года. Вот здесь 2 года прошло, и все в хлам разлетелось. И поэтому постоянно наши клиенты и заказчики жаловались. Вот этот ПВХ-тент уже простоит от 5 до 10 лет, 100%. Там крючки мы закрыли. Поворотом или просто крючки? Вот место соединения. Вот. То есть можно здесь подтянуть, если что, вот этот шнур. И... Колпак мы решили наглухо закрыть, и потому что здесь постоянно ветер. Тут, да, ветряная нагрузка большая. А вот сейчас в четверг как раз был ветер, я и хотел посмотреть, приехал. Или в пятницу даже, нет, в четверг. Ну, у нас же часто клиенты спрашивают, а как, если будет ветер, юрту сдует? Да, ну, если она не закреплена, сдуть можно все, безусловно. Но так как она имеет фундамент столбчатый, к которому подиум прикреплен, и к подиуму уже прикреплена сама юрта. Ну и у нее аэродинамика идеальная. Ну плюс да, учитывая, что она имеет такую форму, это ж есть определенная парусность, безусловно, но... Ну за 2 года ничего не произошло. За 2 года произошло то, что порвало чехол. Да. И очень, очень здорово порвало его. Но почему-то именно крышу порвало. То есть стенка осталась целая. Может быть, за счет того, что за счет солнечного излучения прочность материала была нарушена. Я думаю, просто крыша менее статичная, чем стенка в движении. Ну и на нее больше попадает ультрафиолета. Конечно. Да, она не защищена просто, чем больше стенка. Потому что там условно все находится вообще в тени. Да, ну и в связи с этим вот и произошло разрушение. Ребят, давайте потом поговорите. Ну а так, в основном пользуется вот сестра супруги, она вам рассказала свои замечания. Я считаю, что как гостевой дом, ну в нашем случае, потому что у нас специально печка не установлена, там мы не живем. А в принципе расположиться и переночевать, и не только переночевать, там и телевизор у нас стоит, и кровать, ну, в смысле, спальные места есть. То есть можно. А вы эксплуатируете юрту с какого месяца, по какой период? В основном лет, ну, когда тепло. Когда тепло. Ну, а так она зимой стоит. Стоит нормально, да. Снег лежит. Ну, есть фотографии, в принципе. А там надо язычок вытащить замка.
Поэтому нормальная вещь, хорошая вещь. А тем более я когда увидел у вас на YouTube, что у вас есть варианты с окнами, с французскими так называемыми, угу, да, пол. Вообще прекрасно. То есть, если ее использовать, ну, не рассматривать как дополнительное там временное жилье, а сделать основным, вполне можно оборудовать как жилье.